Добрый вечер, друзья. Это Марк Фейгин. Сегодня, как всегда, вечером у нас Алексей Арестович. Леша, здравствуй. Добрый вечер, Марк. Хотел у тебя спросить, очень много спрашивают у нас в комментариях. У меня вот обращаются к тебе с вопросом, но спрашивают у меня по поводу, что скажешь, текущая ситуация на рынке конфет сейчас? Ну, прежде всего, как пел известный советский бард Владимир Высоцкий. Вот билет на балет, для конфет билета нет. Ну это жесть, конечно, жесть. Интересно, нас сейчас смотрит 800 миллиардов человек одновременно у нас на YouTube, вот, поэтому это жесть. Как говорили снова, в этом зале нет пустого теста. Это жесть. Да, это жесть, конечно. Ну что ж, хотелось бы закончить этот стрим словами Владимира Кузьмина, моего любимого певца. Я не забуду тебя никогда, Марк. До завтра. Чёрная.